Андрей, ваш комментарий по игре, пожалуйста. Нельзя, конечно, нам поставить за эту игру твердую пятерку. Немножко шатко-неловко сыграли, если честно. Очень много контратак, очень-очень много их было. Нельзя так играть, конечно. Ближе к плей-офф нужно уже построже играть. Все-таки меньше ошибок доводить, потому что плей-офф будет одна-две шайбы будут решать исход матча. Так что есть куда расти, есть где работать нам. Остается не очень много времени до плей-офф. Так что взяли эту игру в голове и будем работать над ошибками. Как вам кажется, в чем причина вот этих провальчиков в обороне? Потому что наверняка тренеры готовили к тому, что Торпедо такая бегущая команда. Есть шанс, они бегут сразу вперед. Сами немножко расслаблялись, давали сопернику шанс. Невынужденные атаки где-то мы хотим красиво войти в зону через пас, но близится к плей-офф можно где-то и по-простому сыграть. Это... Так что ничего страшного, будем работать, есть пока время. У вас связка просто великолепная в последних матчах. Дерево нет, постучал бы. С Каскерантой. Вы вообще на выездах вместе живете с ним или нет? Не, ну что? Нет. У меня английский, с английским беда, так что пока так, между русским и английским общаемся. Но, повторюсь, партнер вышел Бурдасов, молодец, и помогает и психологически. И, то есть одно удовольствие играть с Коски, с Бурдасом. Хорошо общаемся, на позитиве всегда, и это дает свои плоды. Все-таки в игре иногда бывают не очень хорошие моменты, и поддержка друг другу, это помогает. Если в плей-офф попадется Торпедо, уже легче будет? Все-таки 4 игры сыграли с ними и учили практически соперника. В плей-офф другая игра немножко. Регулярный чемпионат забывается. Так что без разницы, на кого выходить. На Витязь или на Торпедо. Посмотрим, как судьба сложится.